У меня шок, это же Пашок. Это ты взрываешь ко мне? Там люди, там люди. Пойми. Ты в люк сейчас упадешь. Ты за... с этого был или за Рэй Джонса? Я не знаю. Но если бы этот Тайсон был на говне, он бы это захуярил. Откусил бы. Ну, смотри, списку людям здесь. Ебать, еще так много людей. Ну, пришли. Там с детьми? Да. Это к тебе экскурсия? Да. Мой мэнчик. Что за модный шар? Бам. Гуччи? Гуччи. Фишер Гуччи. У Пашка Гуччи. О, это хорошо. Это будет OSM Crew. Ага, привет. Там дальше все еще рисуют. Привет. Как? А, ну нормально ложится. А тебе что за хром? Мотив. А, ты с... И вот это вот. Да, но мотив эта хуйня не перебьет, мне кажется. Да уже, вот, блин, видишь, карат. Ооо. И... Да, здесь надо хороший фирменный контур. Изи, кстати, привезли. Хром. Да не, у меня карат.
Надеюсь, хрома хватит. Испытание для бёрнера. Это я только закрасил, мне еще контур сделать, фон, блики. Ну ты дурик, ты же не закрасил. А там тень будет. Я поставил по черной. Серый, а твоя мастика в тачке? Да ладно. Сейчас я законтурю за 10 минут, пока накинешь. Сделал, зальешь, и я схожу. Я хочу посмотреть, как контур с мастики. Да. Ой, блядь, как хорошо. Рисуй, серый, рисуй. Ой, деревья-то не ломай, деревья, это ж хорошо, зачем их ломать? Они ж кислород нам дают. Мы и так все краской испоганили, а тут хоть кислород от дерева будет. Серега, Майя, знаешь, как воздух портит? Юля знает. Майс это катастрофа. Ой, я перепутал. А у меня хрома нет подправить. А чё у тебя не это как-то? Чё? Маску-то где заставил свой? А у меня GoPro, мне маска не нужна. А я тебя снимаю. А я же не знал, что ты будешь снимать меня. Мусора покажу. Масочный режим? Да, да. Майс, прикинь, он сучился. Я подписчикам расскажу. Я вчера, блядь, на видосе говорил, какой Майс хороший, Майс рисуй. Сегодня с Майсом встретился, а Майс меня сдать грозится. Это я ему еще краску привез с магазина, он меня просил, а? Спрейер не очень пишет. А эти два купил. Нормально он пишет, здесь просто стенка такая. Да, ну хуже будет. Не, нормально. Просто такие кусочки сделал. Да, два раза. Припев два раза. Ой-ой-ой. А я уже умею по дереву мазать. Ничего себе. Когда научишься контур, не отрывая руку вести, тогда поговорим, да? Или в онлайн-теге.
что мне кажется, мне черного не хватит, конечно. А у Mayze 2. Только не хватит. А? Не хватит. Давай. Ну да. У меня еще там есть полбанки. Может и хватит. Да, я так не особо стараюсь. Фактурная, мне нравится такие. Раньше таких много было. Деревце в сторонку.
Гарри. Гарри. Полторы мастики не хватило. Пришлось еще молоток брать. Как думаешь, сделать фон? У меня оранжевый есть. Чего? Да можешь делать. Попробуй там посмотреть. Да вообще и так же. Гарри. А это кто там? Где? Вот там. Я не знаю. Они с иконой и крестят нас. У тебя вот такой вот есть. Ладно, не буду банку красить. Можно не делать. Все?
собой брал. Сука. Ты как мать с фихуёй, блядь. Я думал, фон еще оранжевый сделать. Не. Нахуй, да? Вообще ничего не надо. Да мне вообще ничего не надо, пойми. Слушай, я сделал блики, слава богу, что их не видно. Я сделал блики на букве О, ты видишь их? Нет. Ну вот, я поэтому только на букве О и сделал. Ну кусок хороший, да, получился. Ехали, нам, наверное, ехать надо уже. Блядь, как же я так уханулся? Куда ты поедешь от мастер-класса от Mayze? Да? Мастикал онлайн. Супер Mayze. Тут тебе и фон, и теги, и блики, и фишечки. Бля. Все, камера везде, камера. Так, камера по камере, короче, все снимаю. Подсветочка. Давай ты будешь снимать, как снимает Mayze, а я буду снимать, как ты снимаешь, как снимает Mayze. Нет, бриллиант иди. Не, хорошо, техник, короче, я впечатлился, когда он такой ведет, и такой раз, и резко так, и бля. Да он споткнулся просто. Стильно. Ой, бля.